Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Говорит и показывает Лондон. Сегодня это уместно сказать, хотя я всю жизнь себя позиционирую как такой тут еще англичанин, да, но тем не менее, как уже было сказано на радио Вера, да, стрим обозначен как безнапряжный пост-ванкуверский, потому что, наверное, все, может быть, зря, напрасно эмоции по поводу сегодняшнего дня выплеснул на радио Вера, где выступал 2 часа назад. Вот, ну и да, я говорил уже об этом, королева еще была официально жива, что когда сюда переехал, был премьером Кэмерон, то есть Кэмерон, потом Тереза Мэй, потом Джонсон, потом Ли Страсс, вот я здесь живу уже при 4-м премьере, и советский подход вот этот, да, ах, самая почетная пенсионерка в мире, ничего не решает, царствует, но не правит и так далее, мне, может быть, под влиянием, конечно, Голковского, всегда казался неправильным, да, неточным, потому что это премьеры, непонятно кто, какие-то очередные клерки, если угодно, на хозяйстве, а реальный глава государства, реальный хозяин государства, реально я, женщина, которая с 52 года этой страной владела, это королева все-таки, да, и как говорится, ну, на самом деле, да, делать, опять же, вид, что я специалист по королевской семье, не очень правильно, поэтому я захватил с собой из, так сказать, из анналов, единственный, наверное, артефакт, которого как бы ни у кого нет, это юбилейное издание газеты «Таймс» 2016 года, как раз только что я сюда прибыл, и как бы вот она, как бы давайте чуть-чуть полистаем, да, и поставим друг другу грустный лайк. Тут даже, откровенно говоря, упомянуто Sex Pistols, хотя мы понимаем неоднозначность как бы образа, тем не менее, он есть, и он уже также стал частью вот ее царствования, это надо иметь в виду, вот, ну а так, действительно, помимо прочего, давайте это проговорим, мы, советские люди, нам это важно, единственный, последний, да, уже в наше время, действующий глава государства, который был буквально вот ветераном, участником Второй мировой войны, до которой мы тоже долистаем, то есть как раз дед, который воевал, как бы дед, вот шутки шутками, выражение «Боже, храни королеву», теперь официально будет «Боже, храни короля», такого тоже на нашей памяти не было, вот королева со свиньей, например, здесь есть, да, и пока непривычно, по крайней мере, звучит, интересно, дождемся ли монеток с Чарльзом. Так, неправильно показываю, наверное, монеток ли дождемся или не дождемся. Вот, но, собственно, теперь купюры стали раритетом. Десятидневный траур, закрытие государственных учреждений. Интересно, закроют ли школу? Да, вот опять вот эта фотка мне нравится. Да, и я закончу стрим и пойду подышать как бы воздухом, да, возле Букингемского дворца, наверное, стоит ждать каких-то кружочков. Вот я правда сейчас сижу, думаю, закроют школу или нет. То есть будут ли у Нила незапланированные каникулы. Так, мы листаем. Если вам это кажется скучным, то потерпите, потому что я считаю, надо полистать. Вот уже какие-то более давние времена начинаются. Я справа налево листаю по войнарской традиции, как говорится. Да. Угу. Сегодня я действительно в телеграм-канале. Спасибо тем моим непубличным друзьям, которые меня снабжают этой литературой. Постил редкие упоминания о контактах официальных советской власти с Елизаветой II. Телеграмма Хрущева, телеграмма Брежнева. Принцесса Анна приезжала при Горбачеве в Советский Союз. Я не стал это постить. Ну и, собственно, визит королевы в Петербург и Москву, 94-й год. Мы его помним, да, собственно, триумф Коржакова. Вот, и я написал, действительно, стоит вспомнить, что о королеве, ну, собственно, о британских монархах, наверное, так правильно, несмотря на всю радикальность, да, тона развязанного, там, со времен Чемберлена, Керзона и так далее, как-то монархов советская пропаганда не трогала, вот она на рынке яблочки покупает, советская пропаганда не трогала, я об этом написал, один из вас мне разумно сказал, погоди, а каких-то других королей советская власть разве хамила другим королям, а я подумал, ну, наверное, там кому-то грекам может быть, хотя вряд ли, действительно, наверное, есть какой-то трепет, вот опять же, у советских, как бы, этих самых, да, так, так, дальше что-то, какой-то банкет, так, с Рейганом, смотрим на Рейгана,
не помню, было ли здесь хоть с кем-то из наших, скорее с Горбачевым, собственно, с Черчиллем. Он также, мы помним, его возвращение в премьеры в 52-м году. Это, наверное, имеет значение. Вот, конечно, это загадочная история, там, отбрасывая даже какие-то криптоколониальные намеки, некий позднесоветский, очень странный на самом деле, культ всего британского, да, там Шерлок Холмс, Мэри Поппинс, все такое. И при этом, вот, поскольку, как бы, немножко, наверное, восприятие, да, вот оно, соответственно, со скипетрами державой. Восприятие всегда его смотрел на, там, на Винни-Пуха, на Мэри Поппинс, как на какие-то артефакты викторианских времен. И для меня было уже в поздние годы открытием, что в основном это люди 20-30-х годов. И Памела Треверс, да, ездила в Советский Союз в эпоху индустриализации, даже оставила после себя какую-то книгу. Сейчас я уже долистаю до начала, не бойтесь, это у нас такой мемориальный, так сказать, жест. Вот она здесь вот такая вот. Так, ну и, собственно, вот как начиналась легенда. Ну и, как говорится, счастливо оставаться, пользуясь случаем, сяду на конька. Была пьеса Михаила Шатрова под названием «Вам завещаю», да, про завещание Ленина, собственно, про последние дни его общения с коллегами по Политбюро. И поскольку, ну, то есть это был такой знаковый спектакль для МХАТа Ефремовского, не знаю, первая или, ну, окей, одна из первых важных постановок в новом здании, тогда еще не расколовшемся на Тверском бульваре. И, соответственно, на премьеру, где Ленина играл Калягин, и олдскульные коммунисты возмущались, что комический актер играет Ленина, на премьеру должно было явиться все Политбюро во главе с Брежневым, и накануне постановки из ЦК позвонили Ефремову и сказали, что, ну, понятен контекст, Брежнев старенький, сам скоро умрет, называть спектакль «Вам завещаю» некорректно, да, будут неправильные ассоциации. И они сидели, значит, думали, как назвать. Драматург мхатовский базовый Михаил Рощин сказал «Счастливо оставаться». Вот такой вариант, наверное. В итоге, да, назвали так «Победим», но мы понимаем. На этой ноте, наверное, что называется, мемориальную часть нашего стрима мы сворачиваем. Вот, я нагнусь сюда. Как говорится, нижайше прошу нагнуться. Я заряжаю телефон, чтобы с заряженным телефоном, соответственно, ехать ко дворцу. А так загляну в свою шпаргалку. Шпаргалка маленькая, и на самом деле вот по балаклее, которая, да, которая сегодня вернулась под контроль украинских вооруженных сил, у меня в конспекте одно слово, а именно «молятся». И я не знаю, в какой мере действительно это впечатление, что методичку спустили, позвонили буквально от Кириенко и сказали: вот, друзья, все срочно обязательно пишите, что мы молимся. И, кстати говоря, у единственного, наверное, Z-блогера, в православии которого нет сомнений, у Егора Холмогорова этого слова, по-моему, нет. Оно было в Ридовке, оно было у Эдварда Чеснокова, то есть Ридовка пишет: мы молимся за наших солдат, за росгвардейцев. Чесноков молится, и что меня отдельно триггернуло, Анастасия Кашеварова, как бы известная своими отношениями с чеченскими боевиками добрыми, да, вот она тоже молится. И как бы когда вдруг слово «мы молимся» навязчиво так звучит, производит это не просто искусственное впечатление, но и отражение вот этого российского государственного сатанизма, символом которого сегодня стоит назвать, я об этом также говорил на радио «Вера», меня очень впечатлило, вот в этом храме вооруженных сил сделали, оказывается, витраж из разбитых окон Мариуполя, мариупольских домов, причем на витраже изображен, опять же, вот мне стыдно, такие вещи нужно знать, чтобы они от зубов отскакивали, по-моему, Пересвет, да, который, соответственно, вот уже в битве с Ослябей, да, мертвый на коне скачет, то есть скачущий на коне мертвец, буквально такой знак апокалипсиса, да, изображен из осколков мариупольских стекол. Конечно, вот кто это сидит придумал,
придумывает, и какой здесь есть элемент тувинского буддизма, какой буквально чистого сатанизма, не побоимся этого слова. Ну и что касается, да, вот я также, я вчера начал как бы немножко пытаться сформулировать то, что я не мог для себя сформулировать с февраля, а именно границы сочувствия украинской стороне и где-то грань, за которой ты начинаешь, как уже было сказано, плясать гопак. И вот вам, пожалуйста, вернее, вот вам, дорогой Олег, пожалуйста, тестовое задание. Вы реагируете на взятие Балаклеи как? И какая вот разница, как вы сравниваете это с Мариуполем или с Херсоном? И вот я действительно сейчас максимально осторожно, да, пытаюсь говорить и думать даже, наверное, потому что тут велик риск сорваться не туда, куда ты хочешь, но все же, да, украинцы, причем технология-то одна и та же, пришли военные, да, фильтрация, выясняют, кто где был, вот, но сочетание, да, вот как бы прихода войск, то, во-первых, они пришли в чужой город, во-вторых, мы знаем, кто пришел, Росгвардия, чеченцы, ФСБ, немножко другие эмоции, более негативные эмоции вызывают, чем приход украинцев в Балаклею. Не знаю, как бы, как это интерпретировать, что из этого должно следовать, не знаю, но, по крайней мере, давайте думать об этом и иметь это в виду. Кстати говоря, пользуясь случаем, я создам, конечно, кнопку подписки на Кашин Плюс и заодно спрошу вас, о чем лучше завтра писать, о, как бы, вот о том, что я сейчас сказал, да, о границах допустимого проукраинства для нормального русского человека. Кнопку, да, создал в своем канале, родном телеграм-канале Кашин Гуру. Подписывайтесь, нажимайте, 5 евро в месяц. Удобно, дешево, и аудиоверсия, обсуждение, чат, реакции, все как полагается. Так вот, писать про это или писать на неродную мне тему про королеву, вот опять же, вплоть до того, что, ах, как жаль, что у нас нет монархии. Выбор, да, интерактивная, что называется, опция. К другим событиям, наверное, стоит, я согласен с теми, вот я у Шулики видел пост, кто считает это не просто каким-то несчастным случаем в жизни российской номенклатуры, а какой-то поворотной точкой, которая, условно говоря, ввергла Владимира Путина в депрессию, да, заставила его задуматься о том, кто из вообще людей, окружающих его, может быть верен ему, может продолжать его линию, и, может быть, он уперся в стену, обнаружив, что никого нет, был один Зиничев. Вот ровно год назад, как погиб Зиничев, и действительно велик соблазн подумать, что а если бы он не сорвался тогда с этого водопада, со скалы, да, плато Путорана, то, может быть, как бы все было бы иначе, и счастливый и добрый Путин сейчас бы тихо сидел в своем бункере, ни на кого не нападая, ни с кем не воюя. Понятно, что это спекулятивные эмоции, но, тем не менее, также мы о них думаем не менее спекулятивные, причем интересно, у меня есть какие-то дружественные дипломаты в Европе, и типа вот они мне пишут, вот, здрасте, здрасте, Олег, вот сейчас мы в Варшаве на конференции, вот выступает как раз Илья Пономарев. Я говорю, как вас занесло на эмигрантские конференции? Зачем? А дружественные дипломаты мне отвечают, нет, не эмигрантские конференции, это серьезное какая-то дипломатическое европейское мероприятие по, значит, по проблемам Восточной Европы. И тут уже другая у меня реакция. Погодите, то есть на серьезное мероприятие Европейского Союза вы всерьез зовете Илью Пономарева? Кошмар и дикость. Кошмар и дикость, при этом вот сегодняшнее задержание журналистов, которые, я не знаю, в какой мере, опять же, здесь всегда нужен дисклеймер, вот как заявляют российские силовики, вот, но вроде бы действительно, как бы, по крайней мере, некоторые из людей, которых сегодня схватили, они вроде бы действительно что-то модерировали в этих Илья Пономаревских каналах. И кем нужно быть, ну, я говорил об этом в контексте Вильнюсского форума, да, что там можно смеяться над кринжовыми старыми политэмигрантами, которые там выступают, но гораздо больший ужас вызывает там молодежь, какие-то активисты из регионов российских, которые окольными путями добираются до Вильнюса, чтобы послушать Сергея Алексашенко или Альфреда Коха, а потом, соответственно, такими же окольными путями возвращаются домой, чтобы реализовывать их заветы. Зачем? И здесь то же самое. Зачем человек в Москве соглашается с Ильей Пономаревым? Мне кто-то рассказывал, да, что в каком-то локальном, да, там, в десятые нулевые годы, в региональном неполитическом протесте, там, условно говоря, экология где-то, значит, вдруг приехал из Москвы Илья Пономарев, там, митинг, все, там, условно, закрыть ЦБК на Байкале. И Илья Пономарев говорит, вот, друзья, давайте организовываться, раздает анкеты, пожалуйста, оставляйте свои паспортные данные. Вот человек всегда занимался примерно этим. Удивительно, что, несмотря на годы, как бы, проведенные на виду, и поводов обнаружить, что он, в общем,
в гораздо большей степени похож на полицейского провокатора, нежели на какого-то реального борца, диссидента, революционера, эти годы ни на что не влияют, никого не настораживают. И, опять же, можно вздохнуть, как бы, что называется, для многих тот же самый я гораздо больше кремлевский защекан. Удивительное дело. Ну ладно, я действительно прошу прощения за некоторую скомканность сегодняшнего выступления. Уважительную причину дали британские новости, хотя главное, на самом деле, состоит в том, что я уже выговорился на радио «Вера», ну и, наверное, постараюсь, там, не знаю, уложиться в час и действительно уехать на станцию метро «Грин-парк». На этой ноте я опять нижайше прошу себя нагнуться, потому что хочу вставить телефон туда, где он был. А зарядка далеко. Тут розетки заняты все, да, извините. Вот, ну и поворачиваю голову к чату, который я отматываю в начало. Значит, Марат говорит, у нас холодно, дожди, ветер, очень устаю за день и засыпаю, так что не держите зла, а то как укушу больно. Марат, даже если вы укусите, это будет приятное покалывание, скажем так. Вопрос номер два. А куда после дворца мне посоветуете идти? На Пикадилли, где, скорее всего, вот на большом экране рекламном будет портрет королевы? Или же к Даунинг-стрит и Биг Бену, где тоже может быть какая-нибудь движуха? Интерактив. Также Марат рисует свой знаменитый маратовский эмоджи. Альер Сион, здравствуйте, приветствую МВ. У военкоров какая-то абсолютная паника сегодня началась. Ну вот так, возвращаясь к неуверенному, да, и неприятному разговору об эмоциях, которые вызывает, значит, украинское наступление, в чем я могу быть точно уверен, но это и такие простые вещи, так же вот как с кадыровцами, можно там испытывать смешанные чувства по поводу обычных русских военных, по поводу чеченских боевиков сомнений нет, конечно, они зло, как бы, и тут бесспорно, тут точка, да, вот, и то же самое здесь, можно там находиться во всевозможных смешанных чувствах, касающихся непосредственно наступления украинцев, но что доставляет общечеловеческое удовольствие, это, конечно, бомбеж тех как раз вот буквально военкрыс, да, как это называется, которые, соответственно, действительно их бомбит сегодня. Так. Также, Альдруфсион, будет ли после войны возникновение мифа о ноже в спину и кого обвинят? Ну, найдут, наверное, пятую колонну во власти Медведева. Также интересно, кого пришлет Путин на церемонию похорон? Сам-то вряд ли прилетит, хотя, может быть, ему и положено по статусу. Мы помним его государственный визит в 2003 году, между прочим. Вот. Ну, а кого? Мишустина, Медведева, Валентину Ивановну, Нарышкина? Марат говорит нам, мне кажется, Сир, что вы, коли вы осудили медиазоновского сковороду, стоило бы дать ему возможность произнести последнее слово, Васюнин у вас был, иначе это будет выглядеть не свежо. Марат, я всегда открыт к любого рода движениям, поэтому я не знаю, он что-то писал, сковорода, в ответ или в ответ на мой стрим. Я с удовольствием его процитирую. Долгой жизни Марату, говорит Эльдар Усион, Кирилл Иванов говорит, Олег Лизу Резисон в стрим пригласить, или она как самостоятельный интервьюер на стримы не ходит. Ну, друзья, поскольку здесь все свои, сегодня у нас, к сожалению, меньше 1000 людей в онлайне, а лайков я вообще молчу сколько. Кстати, поставьте мне по грустному лайку, между прочим. Я вам по секрету скажу, что завтра я участвую в записи, даю интервью в записи Лизе для ее канала. Кирилл Иванов. Олег, Байден красавчик? Нет, мне, естественно, не нравится Байден как таковой. Альдар Арсенов, что входит в ваш рацион в Англии? Традиционная кухня, типа борща, пельмени или драников, или нет, набор ингредиентов, больше налегаете на местную кухню? Ой, четкий ответ, на самом деле, довольно ограниченный круг блюд, поскольку дети консервативны в еде всегда, поэтому вот как раз сегодня, сейчас вот я садился в стрим, Нил у меня ел, скажу это с гордостью, доширак, британский доширак дико вкусный, собственно, у нас в семье начал есть его я, Нил его однажды попробовал и пришел как бы в восторг, там, в детстве я понимаю, что это вредно, но иногда можно, он любит его есть, называется пот нудл, он действительно как бы такой лакшери доширак, очень хороший, вот, но это да, это как бы десерт скорее, так-то традиционно ребенок ест либо пиццу, либо бургер, либо пельмени как раз, которые покупают для него в русском магазине, либо макароны с пармезаном. В свою очередь я с более широким этим самым все равно как бы особенно с заказом, да, еды домой, поскольку там обычно как
там, не знаю, жена на работе, там, ну, готовит как бы реже, чем бывает дома, скажем так, и я обычно заказываю. Есть приоритет, я полюбил здесь карри из баранины, никогда не думал, что как-то индийская кухня меня растрогает, прям вот самое вкусное, наверное, что я здесь ем. Ем фо, значит, вьетнамское, ем... Есть, собственно, очень хорошие недалеко от меня турки, у них заказываю прям шашлык, настоящий классический наш кавказский шашлык. Вот, из чисто британской кухни удовольствие в воскресенье, знаете, традиция, опять-таки, от бедности, только по воскресеньям в пабах вот нормальные мясные блюда, три на выбор, называется Sunday Roast, и выбираю обычно говядину. Вот, а так, не знаю, завтракаю в Макдональдсе, люблю Макзавтрак еще с московских времен. Тадо говорит: Рип, королева, мы будем помнить твои прикольные костюмы. Тадо, британская королевская семья, примите мои криптоколониальные соболезнования. Я думаю, мы все подпишемся под этими соболезнованиями. Марат говорит: королева была, как говорится, королевой со всеми нюансами. Покойся с миром, баба Лиза. Мы также присоединяемся к Марату и пытаемся приучить себя говорить «Король Чарльз, Его Величество». Профессор Пастухов, номер один. Я, естественно, пошутил вчера по поводу кальянного поэта, но вы этого не заметили. Ну, извините. Ну, а группа СПБ, певшая русский, никакой не СПБ. Название СПБ Киселев нагло отобрал у группы Вэлэ Рикшана. Добавлю от себя, основанной в 69-м году и бывшей настолько легендарной, что записи от нее вроде бы не сохранилось, да? Goodbet Alex Cat приветствует. Олега приветствует час. Здравствуйте, Goodbet Alex Cat. Также он говорит: народная планета примета, чувак дорогу перешел, а в небе звездочка, ракета, в карман белый порошок, чувак в клешах, дорогу перешел, это значит, что еще все будет хорошо. Как говорится, Снеслав Бышок сегодня впервые, наверное, не приветствует Олега, а соболезнует Олега Владимировича и всем криптоколониальным, и я присоединяюсь к Снеславу Бышку. Королева умерла, да здравствует король. Да, и если помните, вот сегодня как-то у нас в Густапсовом чате вспоминали фильм «Лазницы, Бабий Яр». А я бы вспомнил фильм «Лазницы. Государственные похороны», который, если знаете, да, вот был как бы фильм «Великое прощание», который как бы в итоге сняли укороченный, никому он был уже не нужен, но на момент как бы смерти и похорон Сталина привлекли всех, наверное, топовых советских режиссеров, чтобы они снимали, собственно, прощание с ним не только в колонном зале, но и в разных далеких городах, там монтировали хронику, которая действительно от лучших советских операторов. Прошли годы, Лазница нашел исходный материал и сам из него смонтировал документальный фильм, поскольку видео, в общем, немое, он наложил на него архивы радио, гостелерадиофонда за март 1953 года. И оказывается, там было много как бы передач, ну, как оказывается, можно догадаться, не только Левитан читал бюллетень о состоянии здоровья, но и какие-то буквально там дикторы или комментаторы даже что-то говорили. И вот меня поразило две вещи. Во-первых, буквально одна фраза «Сталин умер, да здравствует Сталин», реальное радио 1953 года, то есть либо троллинг, либо такая как бы там невольная ирония, да, и второе также поразила фраза «смерти нет», произносимая каким-то советским спикером, да, и выглядящая в этом контексте довольно дикой. Олег Эскапист говорит: год исторический по многим причинам, как пела группа «Аквариум», не стой так близко ко мне, воздух здесь слишком прозрачен, а год уже запомнился всем таким количеством смертельных исходов. Вы знаете, слушая последний альбом, я, если честно, подумал, а вот я выберу одну песню, прямо не поленюсь, расшифрую ее текст и запущу у себя в телеграм-канале как стихотворение такое интригующее, поскольку альбом еще не было релиза. Слушаю одну песню, вот ее, наверное, ну, на всякий случай гуглю. Ее текст есть в интернете. Вторую гуглю, есть текст в интернете. В итоге, оказывается, все эти песни там он исполнял то на концерте на каком-то, то у Урганта, то еще где-то. И, в общем, новизна только в студийных записях этих песен. Я просто вот за такими вещами обычно не слежу, хотя в былые годы сам любил, будучи на концерте, снимать какую-нибудь песню на телефон, ее выкладывать в YouTube, а потом понял, что вот как меня бесит, когда ищешь какую-то песню в Ютубе, чью угодно, и вместо оригинала первым, вторым, третьим идет какая-то любительская в плохом качестве запись с концерта на стадионе на каком-нибудь. Денис Кочнев: Олегу Владимировичу привет из Новосибирска, прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом. Да, опять-таки, как пелось в песне «Девушки танцуют одни», партизанским костром догорает эпоха, а в парикмахерских вальс «Девушки танцуют одни». Альдер Всеон: что будет, если Путин сбросит ядерную бомбу на Киев? Я думаю,
думая, Соединенные Штаты выразят глубокую озабоченность. Владимир говорит, скорбим всей криптоколонии, ну и, собственно, мы в метрополии тоже как бы с тяжелым сердцем наблюдаем за происходящим. Профессор Пастухов говорит, с наслаждением сегодня слушал на Вести ФМ Соловьева и Михеева, как они пытались смягчить события под Балаклеей, линия фронта дышит, и, а вы думали, что будут только победы? Молодцы оба, ей-богу. Я бы также выделил известного Апты Алаудинова, помощника Рамзана Кадырова по силовому блоку, который имел какое-то, не знаю, какое отношение к обороне Балаклеи, который объяснил отступление как бы сознательным планом российской стороны, чем вызвал отдельную как бы бомбардировку некоторых комментаторов. Альдер Рузион спрашивает, трибунал по Азову все? А давайте предположим, да, что королева была гарантом непроведения трибунала, а теперь она умерла. Марат говорит нам, настоящему патриоту, особенно в такое время, кончина королевы Великобритании стоит далеко позади бесконечного ада войны, в которой ее вверг старый. Старый, но королеву-то пережил. Охеревший, продолжает Марат, от бесконечной власти долбоеб. Извини, королева, но русские слезы сегодня выплаканы не по вам. Русские слезы выплаканы давно. Я рассказывал, да, как в «Губке Бобби», я просто не смотрел, как ему первый, да, 2005 года. А вот сейчас с Нилом посмотрели все три больших полнометражных. Дико, конечно, круто, я не ожидал. Прямо думал, что такое «Спанч Боб», да, «Губка Боб». Когда их поймали в магазин морских сувениров, да, и сушат под сушильной лампой Спанч Боба и Патрика, да, они понимают, что сейчас умрут, вот, и плачут, то есть они сморщились, высохли, плачут, и вот слеза общая, их две слезы сливаются в одну, вначале в сердечко, а потом это сердечко капает на розетку, куда включена лампа, случается замыкание, как бы дым, срабатывает пожарная сигнализация, и работает вот эта поливалка антипожарная. В итоге и они оживают, и как бы такой элемент хэппи-энда. Вот люблю такое. Александр Мищук. Вспомнил, как в первой заграничной поездке Мишустина в качестве премьера тот случайно встретил Чарльза в Греции. Может, все уже знали про свой, догадывались про Елизавету, согласовывали преемника. Да все может быть на самом деле. И всегда нас вот, одно из психологических объяснений конспирологии, хочется верить в такие вещи, что на самом деле есть какой-то план. Жестокий, кошмарный, но, по крайней мере, разумный и приводящий, как написано в заголовке нашего стрима, к хэппи-энду. Все будет хорошо. Васибаси говорит нам Индахаус. Здрасте, Васибаси. Всегда вам рад. Альдер Овсион. Золотов, Турчак, Нарышкин, Патрушев, Бастрыкин, Путин. Идите нахуй. А Шойгу молодец. Биатлоны хорошие проводят и учения. Да, но как бы а дочка, как говорится, про паровоз поет. Васибаси. Олег, от Веры адовое впечатление. На месте среднего канадца я бы удивился. Привычка к стримам привела к тому, что, отвечая на вопрос, вы называете 20 имен и приводите 150 фактов в режиме фристайл-рэпа. Вы знаете, спасибо большое. Я так понимаю, это комплимент. Надо сказать, что я ждал Александру Герсон, которая была всегда в моих включениях там, а тут в итоге был один этот Денис, а другое ощущение от вот, разговора вдвоем, если честно. Альвер Сион, гопак или лесгинка? На этот вопрос отвечаю, не задумываясь. Юзер Милов говорит, долгая счастливая жизнь, такая долгая счастливая жизнь, отныне долгая счастливая жизнь каждому из нас. Да, клип на самом деле хороший, с кадрами Великой Отечественной войны, но также хочу сказать, что вот не все помнят, да, недавно был день рождения Шпаликова, и долгая счастливая жизнь — это единственная его режиссерская работа реализованная, да, где играют Кирилл Лавров и Инна Гулая. Очень такой душевный фильм в стиле советского неореализма. Всем советую, кто не смотрел. Также Юзер Милов нас приветствует, и мы приветствуем его. Good Bad Alex Cat. Уже не первый раз замечаю, что в моменте поистине эпохальное событие воспринимается предельно отстраненно, с легким ощущением реальности происходящего. Как думаете, Олег, что может быть причиной? Неспособность жить в настоящем, отрицание реальности или просто особенность мировосприятия, обусловленная излишним буквоедством? Вы знаете Good Bad Alex Cat? Я думаю, это просто особенность мировосприятия, обусловленная излишним буквоедством. Также Лерзион говорит, почему-то сейчас ощущение, как в феврале, только со знаком минус, легкая эйфория, но чувство, что грядет что-то еще большее. Да, вот я вчера говорил, что вот та летняя пауза, да, провисание эмоциональное в том числе, вот резко закончилось, и немножко не по себе. Я в «Радио Вере», может быть, сверхпафосно говорил, что ощущение распахнутой бездны, причем вначале я сказал «над тобой», потом уточнил «под тобой», но тем не менее, окей, вот бездна дышит, ты ее чувствуешь, и действительно с нежностью и ностальгией вспоминаешь те времена, когда люк был закрыт, и можно было спокойно жить, и сердце билось в нормальном темпе, и дыхание также было нормальным. С королевой тоже стало понятно. Ну, как говорится,
Марат говорит на Лурке, статья называлась «Стать героем», почитайте, смысл песни станет мрачным. Мрачным, хорошо. Альдер Сион, 19 век предопределили нулевые, 20 век 10-е, 21 век 20-е, да нет, я думаю, все-таки 10-е тоже предопределили. Артемий Стрелецкий говорит «Печаль, дай бог Карлу все это вывести». Да, вот мы уже говорили в контексте принца Джорджа, наверное, что вот да, интересно, когда он станет королем, сохранится ли традиция называть его Георгом все-таки, или как бы с подачи какого-нибудь не очень грамотного выпускающего в Футертасе назовут однажды Джорджем, и так пойдет. И вот тоже с Чарльзом Карлом. Ведь будем говорить Чарльз на самом деле, да? Арсений, у меня какой-то собственный стереотип сложился, что правильнее, когда в Великобритании королева, а не король, ну как у вас, да? Была Виктория, была Елизавета, собственно, кто выше, кто круче. Дмитрий Сергеев, вчерашний вопрос насчет певца номер один в 70-х. Пугачева сама отвечала на этот вопрос в одном из интервью. В первой половине 70-х номер один на эстраде был Ободзинский. Я вчера его упомянул, если помните, но все же, да, наверное, корректнее говорить о Высоцком, как о главном ее мужском конкуренте. Именно как, в том числе, как о человеке, который не только певец, не только актер, а вот что-то еще. Пугачева же не только певица и не только композитор, да, а что-то еще. Марат говорит, что Путина недооцениваете, он себе на юбилее и АЭС может девственности лишить с ухмылкой и воскликом «Ой!». Как говорится, ночь по небу развела какие звездные осколки, приготовилась к ЧП дряхлая АЭС. В этот день один продал стул на барахолке, а другой купил себе новый Мерседес. Владимир Вольфович, Настюшка Царейка. Да. Дмитрий Сергеев хвалит разговор на Вере. Спасибо, Дмитрий. Альдер Сион, Марат, не боимся, но ждем. А Марат говорит, что сейчас выйдет дед и скажет, подержите мое пиво. Как пел Слава КПСС, подержите мое пиво, я хочу поссать на небо. Майфута Джо говорит, русский десант высадился в Лондоне. Я сегодня постил про корабль, да, который приходил, советский военный корабль, на ее инаугурацию. Не все знают, что командир этого корабля, да, танцевавший на приеме с королевой, также изваян на метро «Площадь революции». Петр Симон. «Покойся с миром, королева нашей маленькой криптоколонии». Да, 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 нашего мира смешариков, как говорится. Байерсен Олег, вы трансляцию создаете так, что ее не видно до ее начала на вкладке подписок и на вкладке канала. Это специально так? Нет, это техническая неприятность, потому что я стримлю, не знаю, ну как, проблемы со звуком, насколько я понимаю, через ОБС, который запускает трансляцию ровно в момент. Ее немножко там другая вкладка на Ютубе. Я понимаю как бы минусы этого, и вот если вы смотрели радио Веру, и как вам картинка и звук? То есть я эту камеру, которой я пользуюсь, подключал к макбуку, почему-то на нем изображение четче, а звук хуже при этом. Марат говорит, что ждет, когда ВВП с чемоданом поспешит за бывшим начальником, остальное туман-дурман, а за которым из начальников, за Собчаком или за Ельцином? Макаров блог говорит, друзья, закройте уши, я хочу чуть-чуть кашлянуть, а нажимать на кнопку мьют я не решаюсь, потому что вот нажму ее, а потом не отожму, и так кхе-кхе. Вот, можете делать громкость обратно. Макаров, очень много паники есть, но это всегда так. Джек Джекил, здрасте, здрасте. Марат хвалит мой прикид, да, он символизирует строгость и некоторую мрачность настроения, я специально его надел. Я был с утра в жизнерадостной майке. Альдер Сион, Олег, не возникает мысль, что большевикам все-таки удалось нанести смертельный удар по русскости и русской культуре? Да, разумеется, не раз возникала такая мысль. Смайлик в трико, здравствуйте, Олег, прочитал вашу старую колонку на сайте «Русская жизнь», чеченская сказка, очень интересно. Да, «Жизнь с мертвецом». Причем я, будучи на самом деле отчасти суеверным человеком, я после этой заметки, колонки, на самом деле, да, она мне тоже нравится, как такой редкий опыт орнаментального стиля в моем творчестве. Я всерьез верил, что от меня отвернулся журналистский бог. Отвернулся по очень простой причине. У меня в Чечне тогда, да, помимо вот этой женщины, с которой я говорил, и которая есть главная героиня моего текста, смысл простой, как бы довольно линейный. Она жила с парализованным мужем довольно долго, и я проводил такую параллель, что вот так и Россия, значит, тянет на себе парализованную Чечню. Ну, не бог весть что, но это было 15 лет назад. Вот, и был у меня знакомый, ну, формально он и сейчас есть, иногда он даже меня лайкает в соцсетях, но как-то давно связи не поддержим, тоже интересный мужик, не буду лишний раз его имя произносить на всякий случай, но у него была судьба, чувак, как бы, ну, вот там,
лет на 10 меня старше, то есть ему сейчас за 50, интеллигентный ичкериец, прямо скажем, всю войну проживший в Грозном и занимавшийся, там, не знаю, правозащитой, какой-то политикой, потом занимавшийся правозащитой, как бы, да, вот, ну, перпендикулярной тому, что делали федералы в нулевые годы, когда немножко уже война закончилась, он уже при... кто там был президент, Алло Алханов, да, стал одним из лидеров местного СПС, тогда это еще как бы разрешалось, да, и вполне критиковал чеченские власти, а потом, и это было незадолго до нашей встречи, до нашего личного знакомства, Рамзан Кадыров, уже, по-моему, глава республики, значит, в ответ на какое-то выступление моего этого знакомого с критикой Кадырова сказал по телевизору, что типа ты докажи, как бы, да, что ты не шайтан, а нормальный патриот Чечни, если ты критикуешь и знаешь, как сделать лучше, иди во власть и, значит, улучшай. И ему буквально пришлось идти во власть, и он сейчас в ней остается, насколько я понимаю, сколько уже лет прошло. Вот, и, ну, нормальная ситуация, ты приезжаешь в незнакомый город, как бы, находишь там знакомого, и как бы он проводник твой по этому городу, там, от того, где поесть, до того, куда сходить. Тем более в таком городе, как Грозный 2007 или 2008 года, это не только вопрос досуга, но и вопрос безопасности. И вот мы с ним проводили там много времени, и ожидая его, тогда еще, ну, конец нулевых, не было каких-то новых этих зданий мраморных, и Кадыров и все чеченское правительство сидело, не помню, как это называлось, но вот буквально как зеленая зона в Кабуле, обнесенная какими-то страшными заборами бетонными, значит, учреждение больше похожее то ли на тюрьму, то ли на воинскую часть. И, значит, жду я своего этого знакомого там вот в этой, внутри этой зоны оцепленной, и вдруг в ворота влетает тот самый кортеж Рамзана Кадырова, который как бы, ну вот из которого выскакивают взволнованные люди в этой форме. И когда приходит мой знакомый, я его спрашиваю, типа, слушай, а что там все такие нервные? И он говорит, ты знаешь, вот там где-то там на дороге случилась неприятная ситуация, не смогли разъехаться с кортежем Яндарбиева. Забегая вперед, скажу, что с этого столкновения на дороге началась вот та вендетта, да, которая привела к гибели всех братьев Яндарбиевых в Москве, в Дубае и так далее. Вот, я говорю, да, как интересно, как интересно. Ну, и мы пошли дальше кушать жижик-галнаш. Вот, и вот я потом, когда-то мне в каких-то вещах не везло, а была полоса невезения, значит, я думал, вот, видимо, в тот момент, когда я из рук своих выпустил сенсацию, вот тогда, наверное, значит, у меня началась полоса невезения. Петр Симон, Олег Кашин объявил трехдневный траур. Ну, можно сказать и так, завтра же будет стрим не мой, у Светова, и выходные, поэтому 3 дня без обычных линейных стримов. Провансаль, здравствуйте, увы, а кто худше, Зет и Бланчики, которые радуются смерти бабули, или Миротворец, который пишет, что Горбачев ликвидирован. Ну, а зачем нам ранжировать, кто хуже, мы не любим обоих, по-моему, нет? Экшен Кэжуал, здорово, увы, может, Ксения Шойгу так рефлексирует из-за серьезных проблем у отца, это все попытка отвлечься, ну, давайте. Исходить из этого. Дмитрий Башкатов ставит нам грустный лайк, и мы ставим ему грустный лайк в ответ. Соки Носору, добрый вечер, УВ. А вы думаете, что слишком отдалились от российской действительности и здешнего мироощущения? У вас здесь осталась связь со среднестатистическим жителем РФ? Ну, немало, на самом деле, такого рода связи осталось. Я надеюсь, что как-то мне это помогает, но, естественно, какие-то необратимые вещи уже произошли. Я не вижу в этом большой беды, тем более сейчас есть новая эмиграция, на фоне которой я уже себе кажусь каким-то бывалым чуваком, но тем не менее. Мистер Эс, всем привет, здравствуйте. Марат говорит, это зашквар дед. Марат, вы же знаете устройство нашего чата, всегда поясняйте контекст, да? Мистер С шлет нам трех кого, слонов или горилл? Горилл он нам шлет, и, как говорится, мы отвечаем ему шумом спокойным полей колосистых, речью оратора, хором гудков, гулом машин и молчанием танкистов. Андрей Гутич говорит, боже, храни короля, исправляем его. Алексей Волков говорит, а чего стрим не из подножья Букингема? Ну, как говорится, я предпочел сидение здесь с вами, а к Букингему пойду чуть попозже. Дмитрий К. Я понимаю радикальное отношение УВ к сотрудникам силовых структур, однако не разделяю его. Разве способен человек нести равнозначную ответственность исключительно по профессиональному признаку? В общем виде нет. То есть там учитель, врач, кто угодно. Но есть такая вещь погоны, которая этот коллективный как бы
дух подразумевает по определению. Вот ты надел себе на плечи вот эту штуку, и ты стал частью единого целого. Поэтому, ордена, если угодно, поэтому да, это подразумевает. Когда погоны российского МВД на чеченском бандите, убивающем Бориса Немцова, то каждый, да, там, мент, росгвардеец несет на себе ту же ответственность. Марат, наша верхушка самоидентифицировалась провинцией, смотрит на старинные западные аристократические рода снизу вверх, этот свой пиетет не скрывает, более того, ненароком передает гражданам нашей страны. С одной стороны, да, конечно, надо продолжать мысль, и я не раз, как бы, что надо мной смеются, и мне нравится, как надо мной смеются по этому поводу, когда я говорю, а вот этот внук там этого, у него жена, член ЦК, там бла-бла-бла. Это вот замена нашей вот этой аристократии, которую большевики уничтожили. Я уже упоминал Михаила Шатрова, драматурга, да? Он был племянник Рыкова из ленинско-сталинского политбюро, расстрелянного. Вот, и как-то, ну, при жизни он это не афишировал, при жизни Сталина. Вот, но когда он разбогател, да, и стал популярным драматургом, он купил первым делом себе квартиру в доме на набережной, там, где жила до расстрела семья Рыкова. Ну, вот как бы так вот, это наша, какая есть, да, увечная и занимающая чужое место, но аристократия. Дмитрий Петров, Олег, добрый вечер, заказал вашу книгу «Приморские партизаны». Скажите, упоминается ли там город Уссурийск, в котором партизаны отстреливались? Нет, я был в Уссурийске, был в этой пятиэтажке, где они отстреливались, но книга художественная, и там события ровно потому, что как бы Приморский край мне как бы чужой, а Калининградская область родная, перенесены в Калининградскую область, поэтому да, там фантазия абсолютная, там тоже есть пятиэтажка, но она другая, естественно. Георгий Караваев, король умер, да здравствует Кашин, король жив, надо иметь это в виду. Эльхин, привет, дорогая Эльхин, мощное начало премьерства у Листрас, траурный ОВ, траурный ОВ, да, ну, как говорится, Листрас успела, да, увидеть Листрас умереть. Совхед, завтра во всех школах страны будет первое приспускание флага в рамках еженедельного его же поднятия, символично даже для криптоколонии, да, серьезно, я не верю, что будет приспускание, шутите, да. Марат, то есть какими бы патриотами не заявлялись верхи, как бы ни говорили лидерству России, там-то и там они по собачьи лижут руки господам. Как говорится, да. Так, хорошо, сейчас я отвечу на сообщение. Опа. Да, а Чарльза посадят или в силу старости батя посадят сынка? Чарльз, король уже, Марат. Учат там детей, чтобы те немного приблизились к породистым людям, покупают там дома, получают гражданство и так далее. Но. Фанни Макрель, может ли новый король сойти с ума так же, как Путин? Но да, они люди одного поколения и, значит, одной, в том числе, культуры отчасти, конечно, и конфигурация мировая поменяется. Андрей Гутич, есть положняк Помонтян, кто такая... Слабо представляю, первый раз, когда меня спросили, я стал говорить про телеведущую начала 90-х Таню Мунтян. Ну, была передача типа Музабоза, не помню. Станиславский верит, а кто нами будет теперь управлять? Король Карл III. Мико, здравствуйте, Олег, как относитесь к Врангелю? С почтением, конечно же. Мзика, ушла эпоха, неужто на этом конец Британской империи? Или Чарльз не сдаст позиции королевы? Не сдаст, конечно. Айдас говорит, всем свеки в этом чате, согласны ли вы, что в контексте приговора Сафронову реакцию Навального на его арест примерно то же самое, что постит сейчас твиты Сафронова из 2014 года? Не совсем, потому что реакция Навального все же повлияла на слабость общественной защиты. Понятно, что второго Голунова не вышло бы все равно, но все же. Подножку, серьезно повлиявшую, да, Навальный поставил. Привет из Калининграда, говорит Time Exile. Хорошо, в смысле, здрасте. Хорошо, я отвечаю скорее жене на сообщение. Кейт Фанер, Олег, вы сегодня в черном. К чему бы это... да, я в черном, потому что королева умерла. Критикал Каш, добрый вечер, Олег и чат. Классический прямой честный лайк. Спасибо огромное, Петр Симон. Почему-то, когда увидел фото Елизаветы Страс, подумал, что королева вот-вот идет в другой мир. Ну, задним, как числом, умом все крепки. Снеславский верит. Крылов говорил, что Горби был смотрящим по СНГ, и как он умрет, тут-то и начнется. Ну, возможно. Грем 1987. Здравствуйте, Олег. Хорошего стрима, невероятный год. Несколько дней назад на вопрос о королеве вы сказали, что ее безумно любят. Да. Ник Волгин. Шулика грустно пошутил еще несколько часов назад, когда были слухи об ухудшении здоровья Левичества, что, похоже, Листрас ведьма... Сейчас, извините.
Ли Страсс ведьма сразу после встречи с ней, королеве поплохело. Я бы пока не стал так радикально высказываться. Петр Рыбаков, в какое же историческое время живем? Люди из, там, не знаю, 45-го года, 41-го сказали бы, подержите мое пиво. Сколько известных личностей померло за год? Тим Краем, добрый вечер, увы, есть вариант, что вы вернетесь на родину, как говорится, от сумы и от тюрьмы, да. Алексей Арсеньев, советская пропаганда, королеву не трогала, а сейчас что-то другое, да, отморозки, конечно. Марат, сегодня в СУ выложили фото документов убитых солдатиков, один 2002 года, второй 2023, 20-19 лет, дети. Но черный пиджак мы наденем по другому поводу. Фу, я сваливаю с этого кринжа. Марат, уточнение, это фото выкладывали вчера. Гузари, говорит, God Save the Queen, King, Гремлин 987, есть ощущение, что этот год не сказал своего последнего слова. Да, как мы помните, 30 августа говорили, что остался еще один день августа. Крот Поткин, Елизавета приняла страну с Черчиллем, оставила Страсс. Ну, может быть, Страсс еще даст просраться нам с вами. Георгий Караваев, ни в коем случае не злорадствую над смертью монарха, но ведь надеемся, что в следующем будет наш. Я думаю, Путин об этом думает, да. Дмитрий Лебедев, видел королеву, когда приезжала в Питер, на английской набережной стоял ее кораблик, было атмосферно, рип. О да, о да. Тимур Меляков выражает соболезнования. Здрасте, спасибо, Георгий Караваев. Она, походу, увидела новых угольков в пролистве трасс, подхватила инфаркт. Ну, давайте не будем так говорить. Снеславский верит, всем соболезнования. Зелорах. Здравствуйте, Олег. Не хотите пригласить Демушкина на стрим? Не очень. Тем более, он бы был после меня на радио Вера. Альдорф Сион, какой положняк. Паридовки. Ну, как говорится, 24 февраля их сломала. Александр Секретно говорит, здравствуйте, Олег, рад тебя видеть, а юзер Шауль Шифтмахер шлет нам какую-то зигу. Крымский русофоб, Олег уже под Купянском, выносят нахер оккупантов, драпают, аж гай шумит. Ну, как говорится, Антон, как 8 октября мы за веру и царя от француз ушли и так храбко отступали, что всех раненых бросали умирать в степи. Никита Ли Страсс выступает на Даунинг-стрит, ну, слушайте, при этом это прессу туда пускают, а народ стоит, народ стоит на улице, на войне. Холя за забором. Зах Зездер. Марат перебарщивает семислойное постороннее. Марату можно. Юзер я русский, говорит, криптотравр в криптоколонии, а Гремл говорит, молятся лицемеры, как у Шевчука. Или крест сними, или же трусы надень, или голые плеши на корпоративе. Как же мозги вози в тупых оператив. Не знаю, что это такое. Снеслав Огородников, лондонский мост рушится долго. Да, как известно, это кодовый сигнал на смерть королевы. Снеслав Огородников. Да здравствует король. Илья Верепко, Альганович, как вам прикол редактора RT в Телеграме? Нет, это фейковый RT, умер Владимир Путин, популярный пост, который регулярно все репостят. Юзер Псина, увы, есть ощущение, что госпропаганда РФ хороша только в вакууме. Украина пес патрон, у нас фейлс бабушка, когда военкоры Шарий и Монтян пошли против Соловьева и Симонян, потайрить и слились. Да, разумеется. Михаил Дворников, словосочетание «чистый снизу» меня лично ассоциируется с комментариями про майданных украинцев. Я не буду отрицать это, конечно, там тоже много ада, но, как говорится, это чужой ад, свой вызывает больше эмоций. Мзикай, там какой-то чеченский командир, Апты Алаудинов, да, тактическая уловка, да, но не верим, конечно, верить чеченским кадыровским боевикам, это дело как бы последнее, да, боже храни короля, как будем его называть, вот сейчас решаем. Антон, не хотите, Олег, прочитать песню Толстого как 4 числа? Нет, не готов. Альдорф Зион, статья про ваше отношение к украинскому было бы лучше, спасибо, Антон Эмма, дорогой Увен, напишите про королеву, увы, сегодня во всем черном. Айдас. Термин освобождения совершенно точно лучше подходит для Балаклея, а не для Мариуполя. Разумеется, разумеется. Тимур Меляков. Кто станет королем? Чарльз? Да. Гремы. Росгвардия, чеченцы и кужугеты. Именно тот обменный фонд, за которых можно забрать пленных из ЗСУ. Гиркин практически уверен, что сдают свои же. Ну, может быть. Васи-баси. Со скалы в водопад срывались два человека. Зиничев и Шерлок Холмс. О, да. О, да. Мимо станции. У меня билеты в Букингемский дворец на следующий понедельник были. Я вот ни разу не был. В Виндзоре был, в парламенте был, а там не был. Как вы реагируете на то, что некоторые личности считают, что королева не сегодня умерла, а ранее? Я не согласен с ними. Не вода гик про королеву, я бы посчитал, за эпоху фотографическая колонка могла бы получиться, но границами про украинство можно еще подумать. Принято. Зиничев так. Что Пономарев за фрукт? Чем известен? Мама сенатор, сам начинал в ЮКОСе, потом, как говорится, пошло-поехало. Илья, европейские дипломаты слышали, что Пономарев курировал Рудова? Нет. А на другое серьезное мероприятие звали Сашу Сотника? Да. Олег, почему из Союза вышли те республики, которые всего имели выгод от него, груз СССР, арм СССР, у СССР. На месте номенклатуры тамошней надо было всеми зубами цепляться за Союз. Ну, практика показала, что в итоге им стало, хотя да, хуже, конечно, особенно на Грузии, да, но есть вещи поважнее выгоды.
Тиратинг, здравствуйте, Олег, смотрю вас 1 марта, так по вашим заветам в этом году усиленно учу санскрит, но в такие дни надо держаться вместе. Спасибо, Тиратинг, спасибо, вы правильно все понимаете. Иван Окуновенко, давайте про Калеву, впервые сейчас задумался, как было бы интересно сохранить в России монархию. Да. Идите к борцу, прямой эфир в Инстаграм, давай, пойду сейчас, пойду, закончим чат. Чем скорее закончим чат, тем быстрее уйду. А Ахмедов, как раз давно хотел про ваше отношение к словам Собчак, о том, какие ее друзья с одной стороны против войны, когда союзные войска взяли Попасную, что-то ёкает. У вас ёкает, ну что мне должно ёкать от взятия Попасной? Когда союзные войска взяли Мариуполь, мне было грустно и страшно, да, от взятия Мариуполя. На этой ноте чат улетел. Бум, сказал Нил. Ой, как чат улетел. Ох, папайя, маракуйя. Навесился на суку я. Букмар, про украинство полгода как, не равно русофобия. Да, уже полгода как, про украинство, не равно русофобия, это правда. Я русский, за полдня к ней куча народа приехала, никто ничего не слил. Ну, а кто будет сливать, родные дети? Илья Пономарев из такой семьи, что любые подозрения возмутительные. Да, он внучатый племянник Бориса Николаевича Пономарева, рептилоида из Политбюро, начальника международного отдела, который был реальной советской спецслужбой, в отличие от этой псевдо-спецслужбы КГБ. Гузари ТВ, Олег, добрый вечер. Я на канале полгода, не понимаю, почему русские человек обязан ненавидеть хохлов и плевать в лицо тем, кто говорит «Живая Беларусь». Русский, значит, захватчик и нацист. Ну, вы видите русского перед собой, который вроде бы не захватчик и не нацист. При этом тех русских, которые пытаются выписаться из русских разными способами, включая говорение «Живая Беларусь», я по-прежнему презираю и всем вам советую. Естественно, одна из наших проблем базовых, да, это вот желание части, мейнстримной части интеллигенции быть нерусскими, отстраиваться от нас, от народа. И вот как бы, когда эти люди говорят нам, что мы обанкротились как нация, надо говорить не мы, а вы. Это нормально. Лучше не про Калеева, а про нового короля. Что мы про него знаем? Волонак, Олег, а что делать, если девушка, скоро больше года из влияния семьи, стала занимать Z-позицию? Меня самого корежит от Z-движения, но девушка мне дорога. Игнорировать эту тему, у меня есть такие, опять же, знакомые. Василий Гречанин, Калеева умерла больше часа назад, как известно, да. ФСР, Олег Леонидович, как вы думаете, почему консерваторы ВБ такие алды? Кук-алды. Только зашел, а Олега нет. В мире нет десятков монархий, в центре внимания обычно именно английское. Почему так? А вы поизучайте историю там любой другой монархии. Откуда взялась норвежская, допустим, да? Или там еще какая-то. Еще 3 месяца осталось, продержался, во второй год закончится. О, да, о, да, Карл III, Олег, напишите про Королеву, про Балаклей, сложное чувство, тревожит военное поражение, чувствую угрозу для себя, находясь в России. Вот, судя по фоткам, так, наконец-то сын Вадим Зотов синхронизировался со стримом, никак не привыкну после приезда, что в 7 надо включать, не в 9. Вот, а я как раз в 7-то и стримлю всегда. Грем 1987, есть слово русофобия, какое слово антоним? Русофилия, да. Дорогой Олег, идите к Биг Бену, хорошо. Кейт Фарнер, думала, что королем станет Уильям, а вот как говорится, Колас, я подумал, если ОВК станет подданным его величеству, это может приблизить ее посещение родины под эгидой нового гражданства. Нет, это так не работает, либо ты отказываешься от российского, это... Не знаю людей, у которых это получилось. Вот, либо ты в Россию въезжаешь только по российскому паспорту. Критика, Олег, у вас есть конкурс мышления на тему, кто бы мог стать русским монархом? Ну, я вообще, да, но я об этом стараюсь не писать. Михаил Дворников, Молочников, у Дудя ресурсный чувак, родитель граждан Запада, канцлер скинхедов и гопников своего детства. Как говорится, Артем Савч, Олег, будешь ли сегодня с горя пить? Не уверен. Станислав Огородников, про иракского короля, которого с Вильгой Бельсонсом писали плохо. Ну, азиатские короли — это другой. Олег, не слов, нет слов, Ростов скорбит, как жалко, Виктор Александрович. Хорошо, с грустный лайк про Волоклею, Стрелков, прямой эфир, первый раз вышел с бородой. Я тоже с бородой, дай бог, не последний раз. Гремл 1987, простой, честный лайк, спасибо. Крымский русофоб, Олег, должен быть под рукой удлинитель. Вы вчера говорили про Волоклею, не все однозначно. Я написал, что у вас ненадежные источники. Купянск, вот-вот будет следующий, а там и Изюм, поверьте мне. Хорошо, Дмитрий Кор, да, Пересветы Ослябя, земляки, товарищи по оружию. Битва была с Челубеем, Олег покраснел. Артеодор, Олег, как вам курортное фото Стрелкова с дамой может себе позволить?
Алис Шейкман, я за колонку про королеву после Букмекенского дворца за Даунинг-стрит. Пикадилли звучит праздно, а там на Даунинг, может, Страсс будет выступать. Уже вроде бы, да, я не успел, но и я ни при чем, да, Страсс выступает внутри забора. Спасибо, Алиса, здрасте. Владимир Балала, может, предупредить Лизу, чтобы она не извинялась публично, или, значит, Кадыров какой-то, она уже извинялась, Владимир, вы пропустили, и мне было, если честно, приятно, я не просил, но как бы да. Невада Гик, я был же у них на эхе, на вот этом псевдоэхе в прошлую субботу. Невада Гик, а может, в церковь какую-нибудь зайти, не знаю, ставят ли в Англии свечки, помолиться за покой человека, она же глава церкви, конечно, ставят свечки, да, я лакец. А, приветствую, вы перед записью интервью спросите у Лизы, какие на ней носки, зачем, а какие на мне носки, вы знаете, они красивые, между прочим. Сергей Петрин, сидим, поминаем за вторую, да. Так, Олег, так, давайте уже быстро листаем, чтобы я Шендерович или Симонян, кто хуже? Симонян хуже, конечно. А, королева с Горбачевым шли почти вместе, да, как относитесь, не знаю. Так, модная молодежная Dead Blondie, кавер на песню Тулула, ого, не знал, Балаклею сдали за бабки. Кашин, что ли, в радио работал? Было, было. Кейт Фанер, семейка, конечно, но говорю, потому что я стример. Манера говорить. Алекс, скажите, уход королевы может повлиять на сегодняшние события? Да. Роковой год, умерла Елизавета, Горбачев, Шушкевич, Кравчук. Особенно за Шушкевича как бы приятно, да, в этой компании. Мои соболезнования. Так, Олег, почему вообще до сих пор существует жанр цитирования, обсуждения, почему слов чиновников? Абсолютная дикость. Олег, как вы относитесь к книге «Ледокол»? С интересом. Крымский русофоб хвалит мою сегодняшнюю колонку архивного цикла. Да, Гримбатун, почему считаете, что в Армению ехать лучше, чем в Грузию? Ну, в Грузии больше косяков, да, с непресечением границы и так далее. Ну и Армения вообще приятнее исторически. Путин же отправит соболезнования королевской семье, да должен, наверное. Никита Сальников, кто набил морду Соловьеву, Пугачева. Голковский, были ли американцы на Луне? Не надо буквально его воспринимать. Да, звук не крепит, картинка не дергается, стиралка на заднем фоне не слышна. Олег, вы ли это? Александр Барбарисов говорит. Вот у меня пальчика нет, это я, это моя особая примета. Станислав Бышок, пресса незадолго до войны на агентов. Ой, не помню, извините, пожалуйста, Станислав, но как бы я всей душой. Балаклея, думаю, хорошо, что больше русских смогло уйти. Станислав Огородников, хорошо. Назначенные оккупантами коллаборантские власти принесли столицу Харьковской области из Купянска в Волчанск, говорит крымский русофоб, да, серьезно. А юзер без юзернейма, приветствую, навеяло, был у меня тоже родственник, но настолько долгожитель, бодрый, что люди под конец начали меньше навещать его, куда он денется, когда он умер, семья была в шоке. Ну, понимаю, да. Какая бы королева была не медийная безличие, и обезличенная, показала, что хороший повод напомнить, что никто из нас не вечен. Да, разумеется. Про монархию, Кристина Слагородника, спасибо. Гена Хабенский, война путинская, Путин враг России. Чем быстрее он ее проиграет, лучше для России. В чем ваше сомнение? Зеленский же не Гитлер, да и Москву захватывать. Я вчера говорил, да, Москву, конечно, захватывать не вариант, а вариант, когда российская армия разгромлена, и следующий ход Путина — ядерная бомба. Я всерьез в это верю, раз. Во-вторых, война путинская, Путин враг России, на поле воюет не Путин, на поле воюет поколение, которое либо гибнет, либо портится морально. Как быть? Невада Гик, криптоколониальные топят за колонку о хозяйке метрополии, деколонизация не намечается. Ну, мы еще бурятов не приглашали. Миша Мохарев, мнится мне, что Владимир Владимирович у нас... Это не вы бурят, в смысле, я говорю, что деколонизация у нас с бурятами ассоциируется. Уход королевы за знак, выкинуть какой-то фортель. Да, Путин такой, так, Чесноков... Ты не знаешь, что умер за родину, ну, как говорится, по-моему, все однозначно. Будем еще вспоминать Елизаветинскую эпоху как межвоенный период. Да, межвоенные 70 сколько лет, да. Перейду по радио 4. Карл III будет смотреть на монетах влево, потому что, например, смотрение на монетах должно чередоваться. Прикольно. Ким Густырь, здрасте. Новая традиция нести цветы. Понесут ли завтра к посольству? Если понесут, ток-ток от фу-фу. Ну, обычные российские обыватели, а как их будет встречать... полиция. Станиславский верит, хвалит стрим, Холмогоров хвалит, Холмогоров хвалит Рассыпчина, а юзер Казак мне об этом сообщает. Гражданин, почему плохо вы быть полным за украинцем, знать мову и танцевать гопак, потому что так вы станете украинцем. Ольга Кирсанова, Олег, спасибо, что вчера вспомнили группу «Русский размер», слушая весь день вот так, хорошо ложится на настроение, апокалипсис грядет, но почему-то это уже не трогает. Ну, да, ну да. Какал III во всех википедиях, нужно будет привыкнуть, ни один Карл спокойно не просадствовал. Дорогой Карл XII, да. А что значит, когда пишут, что ты раз сказал взял имя Карл III, если в английском разницы нет? Не знаю. Читатели Guardian несут цветы к посольству Британии, да.
Мне кажется, Карл. Так, добавлю, на нашем веку в ЮК будут только короли. Олег Ильич, вы и ваш сын не смотрели мультсериал «Радужная бабочка и единорожая кошка»? Нет. Айдас Ямадаева, боже мой. Ну, это заговорит, конечно, Ямадаева, братья Ямадаева. Ямадаева, простите, друзья мои, и простите меня, братья, все. Как вам «Однажды в Ирландии»? «Однажды в Ирландии» хорошо. Ничего страшного, ЮК до сих пор называют Великобританией, хотя ЮК больше острова. Ну да, как вам Касаткина с ее одобрением бана? Не смотрел. Так. Как отнеслись к смерти Путина? С пониманием. Конфикози, лейдаун, релакс. Вчера был классный стрим. Да, правда. Но у меня бывает так, когда сам понимаю, что сегодняшний стрим удачнее. Сегодняшний, который сейчас, неудачнее. Олег, вы хороши, особенно по частной жизни. И как бы вы ни проходили мимо Вернадского, что? Посмотрите пост на двачки про Стрелкова Гиркина. Пришлите мне. Таня Геворкян на MTV «Русскую десятку» вела и мутила с Ургантом. О чем речь? О чем речь? Символично, Жириновский. Олег, когда Путин умрет, как его халдеи и халы будут пытаться его увековечить? Да никак, я думаю. Ник Шундиев. «Долгая счастливая жизнь». Прекрасный депрессивный фильм. Да, Маша Матузная, ну... Предварительно оба согласны, вопрос когда. Ван Морджок про носки, а за Русь усрусь помню, да. Бездна над тобой, под тобой, да. Олег, боитесь ли вы старости и смерти? О, пишет у Холмогорова пост про молиться, интересно. Боитесь ли вы старости и смерти? Старость вот она, и как-то с ней сосуществуем, мне уже за 40. Что за книжки с черно-желтым корешком? О, вы здесь, наверное, новенький, Юрий, но это, конечно, бесконечный тупик. Сергей Васильев позвал бы царем ЛФ Ирона Маска, он же еврей, так нельзя. На этой ноте, друзья, я снимаю с себя пиджак, надеваю походную куртку и иду к Букингемскому дворцу. Может быть, будут кружочки в телеграм-канале Кашин. Подписывайтесь на Кашин Плюс. Спасибо Александру Петрикову, гениальному, за сегодняшнюю обложку. Спасибо всем, кто был здесь. Лайки, они есть. До завтра, до светова. Пока, до свидания, счастливо. Ах, папайя.